Смотри, сейчас твое место от ФДКшки занимается, и ты больше с нами не ходишь, прикинь, да, классно. Да-да-да, все. Мы обиделись. Там женек есть, можно его сюда примострячить, да. А женек в том рейде, нет? Ну, вообще. Скрипти, а ты не тестил этот тотем, поглощающий заклинание, не? Вообще? Не, Макс, я не тестил. Не, он работает, я не знаю. У него символ у тебя есть уже на него? Какой? Который в тотем каменного когтя? Да. Нет, он слезы защищает чисто. У меня нет, нет. Не, я не про щит, я про то, что он может сигнорить одно заклинание. Нет, не работает, я тестил. Не, вот этот темп Колян по ХД юзает на этом, короче, на молче, просто постоянно. Ну, он от физы защищает, от физы. Ты говоришь про типа одно заклинание в Эвэде, типа, а я говорю про символ и динамика поглощения урона, типа, вот это. Короче, проблема в том, что, подожди, сейчас ДК не успел выбежать или что, я не понял, потому что стрелу словила, блин, да хуя кто. Ну да. Да. Короче, понял. Ну вы же таргет держите, цель, вы же видите, куда он... Нет, слушай, Сасон, ты не здесь будешь давать боб или мне прыгать должен был? Я тебе давал боб. Не, просто я спрашиваю, я просто начал прыгать с бобом, не заметил, у меня куча баб. Не, понимаете, каждый... Да, ты силишь, Жень, ты ничего не прыгаешь, ты силишь, блядь. Жига. А ты стоишь под бобом? У тебя нет тотем каменного когтя? Чего еще раз? Тотем каменного когтя. Гони, пожалуйста. А мне не будет без лифа. Мне именно тотем нужен. Сейчас я найду его здесь. Он был. Все, давайте. Забафали, с кому еще не хватает. Бафайте каски, бафнем, пожалуйста, потому что он разбафал. А в каком? Ну, по-моему, в этих... Ну, где ты там умер? В дайте пристабав. А, вон, нашел его. Где? Не вижу тут его. Как я ж как линтанул его. Куда? Группу. Так же с куполом. Давай попробуем еще один раз купол, типа. Один раз попробуем. Нет, ну типа, я не знаю. Идея хорошая. У нас. Не, идея хорошая. У нас столько зибани сила дается, что да. Блядь, этот купол должен быть просто, знаешь, вот. Короче, там даже. Что, силу должен... пригласи, да, на него, попробовать? Да, 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 он поглощает все-таки, да. Это на катаклизме сделали, что он такой физик был. Поглощает. Значит, давай сейчас летаю, возьму, блядь, на него. Ладно, беру. Да тебе вообще типа это не должно впарить, типа ты с бобом стоишь или что-то. Ну, ты с бобом стоишь, типа. Этот тотем только тебе пригодится в том случае, когда ты будешь на интерналах, типа, когда все летит две стрелы и все. Ну хорошо, не, ну просто надо его поменять, вот, а уберу я на. Хики. Хики. Бабка. Тупая. Звездочку, все. Бабка. Да если ваш уник излучит, ребята, то сразу бежите звездочку. Уже поздно. Уходи, уходи, Макс. Беги, малыш! О, блядь. Кружок. Ролда Джага! Войт, выбежал. Хуя там всех пошотал нахуй. Потому что бой не выбежал. Сейчас у купола кривоватый был, нет. Вот там, блядь, я прыгаю. Давай, ты кричал. В кружке стоял. А, мы в кружке просто сбегаемся, и я под боссом стоял. Но я под баблом, так что... Короче, это, давайте бить как обычно. Ну, желтую жагу все равно кидай. Он 25 косарей нахилил. Так я до этого хилил. Короче, давайте все в своих метках, блядь, живите свою силу, я не знаю. 4 секунды дается, чтобы выбежать больше, ну серьезно. Ну чего? Молча, просто молча бьем, как бьем, все. А мне вас верю.
Давай, погнали. Я пока потом закрою. Ну, просто если бить по той тактике, о которой ты говоришь, там рандом, не рандом, там вот залетает инфернальная стрела, и люди вместе стоят, и все. Это не выхиливается. То же самое. Так люди вместе не стоят, но я не понимаю, на земле вообще никто не стоит вместе. Ну, в смысле, они бегают, но они могут мимо один одного пробегать в этот момент. А зачем куда-то вам бежать, блядь, я не знаю, вы что, вы бегаете? В своем квадрате, не надо бегать к соседям. У тебя есть метка, блядь, стоишь своей меткой, там прыгаешь, крутишься, не хуй, не знаю, что хочешь, ты делаешь, блядь. Милик за печеньку сзади, блядь, сделали под лоша, блядь, разошлись, ранжу набрали, все. Ребята, набежи, дайте. Войд. Входки тут бесполезны. У тебя тут есть шаман, он все это выхилит. Ты не пойми, что твои ходки, твои ходки. Нет, я как раз. Что, он обновление вешает на рейд? Вот скажи мне. Смотри, ты вешаешь щиты, типа, если тебе щит сбился, ты вешаешь, соответственно, обновление, понимаешь? Без... Зачем? У тебя, подожди, Андрей, ну... Как бы тут стоит шаман под бобом, все выхиливает спокойно рейд, нон-стоп каст. Тут... Его задача тут... просто щиты развешать и все, остальное сделать так же по тактике, как все остальные. Его не сейвят в этот момент. Ну... Так он, когда обновление вешает, он же ж не стоит на обновление месте, хилит по 1300, блядь, нахуй это надо, блядь. Если тебе инфернальная стрела по 14 короче, тысяч, я блядь. Тут, блядь, по КД силю, блядь. Я тут по КД силю и топ ХПС выдаю, нахуй. Ты будешь мне рассказывать. Я тебе говорю, что человек не справляется. Ну так что? Ну так пускай... Чем он щит не справился? Потому что он в прыжку летел, у него инфернальная стрела залетела, нахуй, ну типа. Еще раз говорю, надо, просто не выбежали люди, и все. Ну так что ты сделаешь? Я понимаю, что не выбежал, не успел выбежать, он прыгнул в прыжке. Ребят, смотрите, пожалуйста, меня, ребят. Похую, давайте выберем трак. Давайте бить и все. Сумоньте меня, пожалуйста. Не по какой тактике бил? Короче, бьем как били, короче, стоите все по местам, короче, зима начинается, печенька, видите, блядь, за печеньку отошли, милики, блядь, распределились там и прыгайте, нахуй, прожимаетесь. Там шиве, хуеве, баблы, хуябло, незыбка, не знаю, блядь, коши, хуёши, ускользание, не знаю, милик вообще не должен быть умирать никогда, осол совсем. Блядь, все убивают, мы типа не можем. Я вижу, что наш рейд может убить. Если бы он не мог убить, я уже, блядь, давно вас распустил бы всех. 35 тысяч это когда инфернальная стрела залетает. 17 тысяч, 15-17 тысяч дамажит инфернальная стрела. На будущее. Именно от зимы. От зимы это те, кто не прыгает, кто ловит стаки, вот и все. Так, тихо, давайте, бафаемся и траем. Все, бафайтесь и пулим, короче. Что-то дорого каждый раз бафаться. Да. Пожалуйста, не дезморальтесь, не дезморальтесь, другие, все, просто бьем. До тех пор, пока, блядь, у кого-то, блядь, там не залит до конца, либо времени хватит. Я не знаю, просто, может, ты им не объяснил, но вот эта лужа, которая в земле, и из-за того, что ты бегаешь и прыгаешь, ты меньше на этой луже стоишь, и тебе меньше со временем стаков набирается. Может, они не понимают этого, но я не знаю. Макс, просто забей. Давай. Это было все озвучено уже пару раз. Вот ты им повторил, кому-то кто может не понял. Ты связку душ включил? Тут фишка в том, что никто никому ничего не докажет. Да не надо что доказывать, не хочу доказывать. Тут уже все, есть тактика, то фиг и убежал. Не хочу придумывать уфор. Кентика, да. Вы, блядь, можете смотреть каст-касты, ёбаный в рот. Петя. Да пизда, блядь. Ними двигаемся. Чё, баный кот, нахуй.
это начало боя, блядь, уже минус один, пиздец. Вы пока не научитесь смотреть каст, каста, блядь, нихуя не получится. Вот, это вся проблема. Это не должно вообще озвучиваться, нахуй. Озвучится только кого замораживает и кого разморозит, все, нахуй. Забафайте им для бара. Полу надо разморозить. А сейчас будет каст. Сосуна. Интикайдер. Инфернал. Пустим, что есть там. И висит красавица. Закинул? Да, на эту было мод вести точно. На том не знаю. Да и хлопу закинешь? Дальше, дальше. Велик, вы сразу на 20-30 тысяч уходите уже, типа, блядь, от 20 минут уходите. Если есть филе, можно и селить. Не надо, не надо. Если есть истерия, можно заткнуть. Даем. Ну, холод. Скибиди. Скибиди. Бабку. Бабку. Холод. Вот, вот. Все построились. На Владюха. Владюха. О. Он же, блядь, даже озвучивает, не знаю. На тебе сейчас будет вторая дотка. Охиливайся. Владюх. А, нормально все. Бабка, ТП. Макс ТП. Войт, разморозь. А, не успеет. Петя. Зима. Беги. Уже прыгать. Пол просидит. Пол жертвенный. Владюха, пожмите. Огурцы, огурцы брали, не тыкайте. Простите, Владюха. Владюху, я хилю, хилю, хилю. Бафку, бафку на фул. Есть тинер по Жене? Куда он здесь? Владюха, разморозь, разморозь! Звездочку. Сер упал? Нет. Сер упал или что? У меня все завис у нас. Бойчик, разморозь. Фамильяры, фамильяры. Центр. Бурсты отдали. Может Геру дать, может Геру дать? Нет. Ты должна откатиться. Да сука, ебаная сова прокни, блядь! Сука, кусок говна, блядь, пушистого, блядь. Перебегайся. Дальше. Ну, фол на фол! Сосуны поднимите, блядь. На следующий. Быстрее поднимайте, рейд. О, вслед. Два скинулись, да? Добили. Геру давай, Геру давай, Геру дай. А. Да, все падает у нас. Тебя нормально, в принципе, шли. Даже так. У нас 24 стака, у нас минус 2, это бред, нахуй. Это да, да. Я понял, по ночь второго.
Андрей, может нам просто на первых элементалей в тупую геру давать каждый раз? Зачем? Геру надо давать, блядь, критических моментов, все. Либо когда добиваешь босса. Толку от этой геры, блядь. Мы инферналов должны убивать, вот как убивали первый раз, и на спокойной победе, типа. Хорошо, смотрите, мы... 26 стака, мы убили инферналов. Это хороший ДПС. Это достаточный ДПС для прохождения этого босса. Да. 26 стаков, они не шотают еще, я понимаешь? Я 26 стаков, они еще не шотают. Если флоу персонаж, они не шотают. Ну, сейчас 2 в одного скинулся. Саппорты ни у кого не закончились? Не, 6 минут. У меня еще 5 саппортов есть, масло есть. А вот масло, скорее всего... А, нет, масло 17 секунд. Кого заявили? Я не понимаю, почему Женя так у меня садится просто, блядь, высыхает и хуже. А, ну, скорее всего, Женя резал, там просто появился. А? Просто по нему это дал дело. Да, на тотем согласился, забыл убрать их. А сколько вы обморожений сбиваете, кстати? На конце класса. А? На конце каста? Нет, я имею в виду, сколько штук вы сбиваете обморожений. А, сейчас. Что за каждое сбитое обморожение фаза быстрее там на сколько, например. У нас очень быстро фаза появляется, кстати. Что пиздец. Нормально, сколько появляется. Кому надо еще сафрот, у меня еще есть 4 штуки. Андрюх. А. Так а по этой тактике вы вообще где убиваете этого босса? Ну? Говорю, в какой гильде вы убиваете по этой тактике босса? На X3. Убивали по этой тактике. Блять. Каждый КД я закрываю в туморах, типа в вечернем РТ. Ну вот так. Короче, просто есть... Еще можно попробовать, потом будет тактику, чтобы меньше фаз было. То есть сбивать обморожение только на хилах. То есть вот 2 хила есть. Обморожение, если кастуете да, хилов, я думаю, что лагает, блядь. Сбивать. Саня, выпишешь видео? Извини, что перебиваю. Лаз выпустил, смотри какой. Короче, мы типа на X2 еще когда-то вкладывали, короче, типа... Делаешь, сбиваешь обморожение только в случае, если в хилов улетает, а все остальные просто один одного размораживают и все. Тогда вот фазы в два раза меньше. Нам бегать придется вот. Очень много. Да не почему очень много. Влево вынес, влево второй вышел, разморозил. Но у нас, когда все касты сбиваются, иногда бывает... Я не хочу сейчас это... Нет, так ты понимаешь, что типа, когда ты сбиваешь каст, у него сколько добавляется маны? 25 тысяч или 30, я вот не помню. Да. Он по 10% маны он... сбегает. А когда вот у него фуловая мана, начинается фаза, да. Ну типа при сбитии каста мана у него быстрее набивается. Ну... Привет, я еще пару трейфов. Что ты меня спрашиваешь? Очень быстро фаза начинается. А, еще все пару травы, все. Ну, в смысле, пару травов, ничего, сопрот пить на пару травов. Да, выпью, ладно. Масло мазать, ладно, намажу. Кент Кей отбежал. Okay.
Кинткей. Зеленку пробью, сейчас там 3 дебафа. Кинткей, кинткей. Кинткей. Здесь мы. Фамильяры. Мерси. Хики, скажи, когда я серию давать? Окей. Владюха, Кеникай. Уфолог. Подаван. Кеникай на фул. Кидай. Не забывай, пожалуй. Истерику, истерику. Полок. Полок на пол. Бойч. Пики. Уфолок. Скибиди. Уфолок еще. Меняем. Спросил. Уфолок. Еще раз. У меня прожать нечего. А, подушу прожать. Скибиди. Все, скрипи, скрипи на фул. Пойдем. Пойдем, кинка сейчас. На фологе. Спасибо, фолог. Сосуну. Владюха, разворачивай звездочку, звездочку. Я похож. Бойт звездочку. Пусть себя прохилит, он сейчас сдохнет. Он два стака на нем. Они не понимают, что делать. Ну, не видят, не понимают. Петя. Что-нибудь затянулось? Нет. Пиздец, 4 человека не может разморозить одного. Вы, блядь, ну до сих пор не помню, что надо делать, съебнись просто. Забафайте сразу же. Будет из всем, что есть нахуй. Кентская или... Не надо ничего двигаться, блядь. Падайте. Да я к тому, что две стрелы в миликов залетело на огне. Напоминаю, блядь, начинайте ебаные касты, блядь, ебаного, короче, этого... Винца, блядь. Вы можете просто, блядь, вот стоите вы в куче, нахуй. Блять, два с одной стороны стоять, два с другой стороны стоять, нахуй, милика. Я не понимаю. Да нихуя вы стоите все в куче. Я вам уже в этом говорил. Это уже какой, блядь, 10-й трай, вы, блядь, до сих пор босса не можете понять, что происходит. Вот человек замороженный, блядь, вы не можете побежать разморозить, вас касуется стрела, ну, типа, пиздец, вы что, не видите каста или что? Или, блядь, надо за каждого за руку водить, нахуй. Крыши нету смысла. А ты видел, кстати, сейчас фамильяры не били? Ну, Рубин, ванишнулся, и они не били. В смысле, ванишнулся он после? Ну, точнее, до. А он в инвизе были. Может, они побежали, если... Блядь, интересно было бы. Под дверь отбежать и попасть. У нас всего хватает. У нас на фамильярах хватает ДПС. Все, блядь, только бей филь. Все, весь босс нахуй. Бей филь, выноси, блядь, размораживай. Меня в башке не выкладывается, блядь. Почему это вот... Мы понимаем, блядь, первых там 3 трая, 4 трая, ну... Чтобы вы понимали, опера, блядь, сложнее раз в 10 рано, нахуй. По исполнению от каждого. Несмотря как вы там видос смотрите. Что пацаны убивают.
Короче, еще три рыбы есть, значит, три трайса. Нет, Андрей, я последний трай. Кстати, на бесконечной земле, помню, еще каруселька есть. Можно карусельку попробовать. Ну так и делают. Что я на магии еще, когда у меня нет на магии? Могу вместо Жени. А, держит не будет. Блин. Не будет тотема. Ну это там... Немного чего не будет. Там бы сюда ретрика, блядь, бы еще одного, либо хипала сильно. Типа, если я хипала спекуюсь, не будет маны у хилов, у РДДшника. Ну, короче... Будет его фроста. Он только синяя джага и все. А. Сколько синяя джага вам восстановила маны, вот мне интересно. Я не думаю, что... Ну, на хилов-то вообще никак не влияет, получается. РДДшникам. Синяя джага только хамду полезна. 6000 маны восстановила. Вот, касты, да, под вам, пожалуйста, касты. Это не восполнение, это правосудие мудрости. Бафы. А, все. 6000 маны за регион. Нет, это восполнение. Петь, я смотрю, у меня по рекламе правосудия мудрости 6700 у бабки. А 6700? Ну, у бавки может быть, да. Только бавки значит. Где выйдет, короче. У уфолога 6000. Но ему там этот талант будет шкиды исполнять. Ну, так-то да, ну так-то нет. Получается, что не нужно вещь. Но она мне восполняет ману. Да. Вот что это вот такое? Вот смотрите, как медики стоят. Это что такое? Треугольником встаньте, треугольником. Что это за крест порнографический? Блять, вы вот вы стоите, короче, ебашите. Начинается или нет? Два сюда, блядь, стало нахуй. Два сюда стало, вот все. Так сразу можно стоять. Можете хоть сразу так сказать. Кэт бежал. Хитят даже. Женя побежал. Надо зелочку размывать, что написано. Владюха размывает. Бойд. А, куда бежать? А, чё, кого мили зону зацепил? Молодец. Бойд. Вторую финалку получил. Молодец. Полная растерянность. Что, играем в игру, кто первый докастует? Короче, сразу не тратим время, падаем, кучу сошлись, нахуй, не буду. Сейчас, подождите, сейчас будет чих-пых. Ура, чих-пых. А чё я прилетел? Владюха, блядь, ну, я не понимаю. Да я размораживать пошёл его. Ты вот, без обид, ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты вот, короче, тебе сказали размораживать, ты побежал, блядь, проебал дебаф, типа, ну, побежал не в ту сторону, окей. Звездочку. Потом ты не видишь, он тебя уже дебаф, он тебя не касается, что на тебе круга нету, ты этого не видишь. Ты дальше бегаешь, короче, ну типа просто рандомно бегаешь, побежал, забежал в другую интеральную стрелу, то бишь, забежал к войду, и тебя нахуй шел тон. Ладно, Андрюха, я больше не могу, блядь, 4,5 часа и побережь. Не, давай сейчас еще трай, знаешь, какой сделаем, последний. Никто не говорит, пока... Все сами выбегают. Люди не понимают. Все будут все сейчас будут бегать сами. И мы проверим, блядь, кто у нас это. Да, по-хорошему вообще без оповещения. Мы вообще просто озвучим только кого замораживать и кого надо разморозить. Все. Вот типа вот вечерний МРТ, вот именно такая озвучка, типа. Тут, блядь, про чё все озвучит, и Саня вам не знаю. Я уже просто уже горло у меня болит нахуй. Короче, Андрей, давай сейчас, пожалуйста, вообще, вот без озвучек. Вообще, да, это хорошая идея, просто молча, в молчанке, проебать и разбежаться. Люди проебывают каст, они смотрят, блядь, в кого кастуют. Ребята, можно запомнить цель босса, спустить его иконку ниже на себя в центр поставить и будет...
Я вообще на кнопочки не смотрю, но я ретрик. Ну я также смотрю, просто, но вот а люди теряются. Ой, эти ретрики трехкнопочные заговорили, смотри. Ой, когда тебе надо на зиме 33 кнопки прожать? А, ну да, 33, ну да. У тебя всего, бля, 17 на выдаче. У кого-то шляпа на пол выпала, как я понял, да? Считаем. Раз, два, три, четыре. Ты длиной закончилось, блядь. Помогите ретрику посчитать его. Пять кнопок. Сказал Аркан, да? Пять кнопок надо нажать. Я попрошу. Ладно, да, Фурик подтверждает. Все, молча сейчас просто пулим, бьем, вайпаемся и сходим. И понимаем, какие мы дно. Касочку, пожалуйста. Ледяную-то скажите, меня не показывают. Не канает, учись. Учись видеть невидимое. Учись. Да, окей. Это называется, когда ДБМ не работает, да? ДБМ. Мне показывает. Ну это именно был подъеб, что его без ДБМ играть не может, сам освежий. Люди без ДБМ это закрывали. Я без ДБМ, кстати, играю, да. Потому что не работает, если не будешь. Все, давайте, тихо. Давайте СМР. Что, микрофон кто-то жрать начнет? Я не запустил таймер, так что я не знаю, когда появится босс. Дикий петух. Подтверждаю, нахуй. Подтверждаю, тупо, блядь. Ладика, я в рамбике, ну ладно. Бойчик. Ладюха. Ладюха. Сацуна. Вагон, блядь. Я отбежал. Там маг, блядь, ты заморожен нахуй. Фул, блядь, ты фул, когда нахуй. Там нет никого замороженных. Да, ну. Ушо. Ничего. Ебаш. Левещет на меня. Тишина в библиотеке, тишина. Ты слишком громко шепчешь. Я не могу тише. Дом 30 лет. Две секунды. У меня ман закончилась на ретрик. Давай. Ваншот, ванкер, доминант. Захил сразу. Пять секунд не хилили. Шесть. Тупо ноль. Вообще. Кто успеет камень закастовать, тут и получит. Ну я под баблом. Нормально. А у фолоха! А? Ясно. Ой, у меня последняя тычка пролетела прямо в нулевую секунду. Тупо успею, тупо вот. Я обязательно выживу, да? Короче, обязательно выживу. Сейчас бы, чтобы кого-то выделить, прям нету. Все рычины, вот честно, все. Особенно со стороны бабки. В смысле? Я отбежал. Типа там никто заморожен не был. Да. Короче, вот просто по факту, типа. Не буду прям кого точно, именно здесь кто более, кто меньше, но по итогу все рачины. Вот и все. Бля, бабка такой рачина, пиздец. Ой, бля, там эти ДКшники нулевые запиздели, боже нахуй, которые даже в рейд прийти не могут, блядь. Потому что, блядь. Зато теперь, блядь, нахуй. Вот зато теперь. Блядь, у чипа полетел жесткий диск, скажу, потому что он качает порнуху, где ДК ебется с ДК, блядь. А потом я в сервис нахуй. Скажу, основную проблему вообще, типа, данного босса и рейда в нашем составе, это время его трайня.